ребята, смотрите нас дальше, все будет круто. Друзья, всем привет, мы находимся в детском доме Непоседы и приехали мы сюда, чтобы поддержать детишек, поздравить их с наступающим Новым годом, подарить им улыбки, эмоции. Приехали мы сюда со своей небольшой программкой, покатаем детишек на квадроциклах Кая, также мы подарим им сладкие подарочки, всякие полезные рюкзачки и прочее. Да, на самом деле, не буду много разговаривать, пойдемте просто делать хорошие дела. Кирюх, мы с вами, с Rolling Moto, сотрудничаем. Вот. И я хочу сказать, огромную благодарность выразить, во-первых, за то, что вы вообще приехали, за то, что вы привезли детям кусочек счастья в виде катания на квадриках, в виде подарков. Вот. Огромное спасибо, что вы откликнулись на нашу просьбу и совместно с нами провели это чудесное мероприятие. Слушай, дети... В жизни есть ради чего жить и ради кого жить. Это наши дети. И если не ради них, то зачем тогда вообще жить? Мы со своей стороны, мы богатырское движение, мы со своей стороны делаем, стараемся чаще делать добрые дела для того, чтобы люди понимали, что вы же своего рода тоже богатыри. Ну, по факту. Конечно. Вот. Только на железных конях. Мы все равно рядом, мы все равно вместе и всегда стараемся быть вместе и продолжаем делать благие дела. Огромное вам спасибо и низкий поклон вам от нас. Спасибо большое. Это клуб каскадеров. Да, все верно. Виктор меня зовут. Виктор, скажи, вот приехал, часто ли вы посещаете такие мероприятия? Я недавно вступил в клуб, но вообще уже было два мероприятия, как минимум, на которых я выступал. Хорошие дела вот делать. Мы впервые на данном мероприятии, да, и, честно, очень сильно переживали. Хотелось максимально сделать. Как думаешь, у нас получилось вообще шоу для них? Да, я думаю, да, эмоций детям хватило. Все с улыбками вроде уходят, с подарками, все довольные. В принципе, всех все устроило, я думаю. И нас все устроило, и вас все устроило, и детям понравилось. Самое главное, что понравилось детям. Все с улыбками, все просят еще, кататься хотят. Ну, а мы идем продолжать делать хорошие дела. Давай, да? Полный вперед. Вы к нам первый раз приехали? Мы первый раз, да. Но теперь точно не последний. Это хорошо. Да, нам очень понравилось все. Нам понравились квадроциклы, конь нам понравился. Нам понравился... Рома. Рома, да. Богатырь наш. Антон. Вы нам предлагали поехать на мото... Мы согласны. Абсолютно. Нам очень понравилось. Мы очень рады вас видеть. Приезжайте еще. Спасибо большое. Либо оставайтесь. Я уже, может, лет 10 мечтаю фристайлить, грубо говоря. Ну вот. Ты хочешь фристайл или стандрайдинг? Это вот все вместе. На заднем все колесе вместе, здесь, ну, на дорожном. Все вместе. Мотофристайл – это когда ты на рампе высоко прыгаешь в воздухе. Ой, нет, это страшно. Безумно хочется дать тебе эту возможность.
Мы, конечно, сейчас переговорим с руководством, да, обсудим это. Сколько тебе лет? 17. 17. Ну, ты, в принципе, уже, да, взрослый мужик практически. Опыт у тебя в вождении уже какой-никакой появился. Ты же покатался, конечно, да, еще, наверное? Да. А вот весна как начнется? Вот это начнется стантрайдинг, мотофристайл, там, эндуро. Я уверен, что тебе много еще чем захочется заняться именно в мотоиндустрии. Вот. Поэтому, ну, не теряемся. Да. Блин, рад знакомству. Да. Давай, с наступающим тебя Новым годом. Да. Мечты сбываются, реально, все будет круто. Хорошо. Так что давайте. Спасибо. Люди, молодцы. На фоне тяжелого времени можно говорить о многом, но не нужно бояться делать хорошие дела, а тем более помогать тем, кому ваша помощь действительно нужна. Всех с наступающим Новым годом! Мы идем паковаться и надеюсь, что приедем сюда еще не раз.